think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня немочка. Решил я дальше записывать прохождение здесь локаций. У меня герои здесь не прокачаны, не докачаны. Нет у меня Фреи. Небольшая сила. И я хочу зафармить все-таки здесь. Так, что у меня столько всего. Хочу зафармить здесь за пределя. Хотя бы попробовать его зафармить для получения Мэри. Так, это все хорошо. У нас хранилище вообще в печальном состоянии, насколько я понял. Это вообще печаль. Жизнь боль. Сейчас немножко с вами улучшим героев, каких сможем. Да, у меня по хранилищам вообще беда. Беда. Так, 510, отлично. Немножко подкачаем некоторых героев, которых я использую. Так, ну до ляма мы не дойдем. И побежим, сейчас попробуем прийти. И сегодня есть опять офигенная тема на рынке. Ну, я не знаю, немка реально кайфовый сервак. В плане того, что здесь можно дофигище хороших плюх получить. На халяву причем. Сейчас я вам их покажу. Уже докачаю основных героев. В общем, забираем плюшечки отсюда. Кстати, сейчас попробуем опять же открыть. Не хватает, просто тупо не хватает места. Ладно, сделаем вот так. Все равно не хватает. Оу, есть! Ну, наконец-то, ребятушки. Можете меня поздравить. У нас появилась на тыковке исцеление. Это значит, что тыковка у нас уже будет огонь. Просто огонь. Хоть у меня здесь вкачанный изворот. Я сделаю вот так вот. И я его перекачаю. Просвет я оставлю. Хотя можно было и просвет убрать. Изворот тоже кайфовая тема. Так. Отлично. Так, это все сливаем в Махатму. Блин, ну чё, день удался сегодня. Реально, на этом серваке. Такс, давайте подокачиваем героев. 140. Розу тоже надо докачать. Улучшить. Ну, я делаю такую более-менее основу. То есть эти герои у меня должны хоть как-то противостоять. И ворожая еще докачаем. И побежим фармить. В прошлый раз нам чуть-чуть не хватило. Вот реально чуть-чуть совсем не хватило. То ли я завтыкал, я уже не заходил. Мы не смогли разобраться с рекламой. А вот проблема какая у нас была. Так, отлично. Надо будет еще хранилище здесь подокачивать. Как видите, молотки есть. В общем, так, что у нас по героям? Раз, два, три, четыре. Четыре героя. Давайте Анубиса еще, да, поймем. Для полного счастья. И я вам покажу, что сегодня мега интересного есть. На немочке, я думаю, заберем, потому что эти плюхи реально надо забирать. Блин, сюда только Фрей не хватает для полноценного аккаунта. Такого более-менее нормального. Ну, конечно, до сардельки далековато, но здесь реально не хватает только Фрейки. Скин даже на нее есть.
Так, отлично. Основу мы сделали. В общем, поехали на рынок. На рынке у нас сегодня есть вот такая вот базар маркет. И посмотрите, что здесь дают. За один самоцвет реально обалденные плюхи. И монетка золотая, ребят, золотая монетка. Мы потом за нее я накоплю. Это каждую неделю 2 дня оно идет. И вот самое основное дальше. Вот этот вот пакет. Посмотрите на этот пакет. Сумки розы и сумки огника. Хоть и первые, но они второй раз. То есть раз в неделю здесь их дают. Ну а дальше вообще отличные плюхи. Я считаю, для без доната очень даже в тему. Но вот за 1000 и за один сам, за 1100 и за один сам, это реально огонь. Будем пробовать квастами добить. Фармить, чтобы добить, забрать сумки огника. Так, ну что, поехали. Закинул, поехали, будем с вами пробовать фармить. Посмотрим, как оно пойдет у нас. Так, 6 героев есть, я собрал. Дальше ставим мелких. То есть ставим таких героев, которые точно так же, как и на Сардели, которые у нас будут просто исполнять роль. Окей, поехали. Смотра, кстати, у нас нету. Так, 106 левела. Ого, нифига себе, огник. Не, ребята, это что-то жестко. Это что-то реально очень жестко. Они прикалываются, походу. Жесть. Я в шоке. Такой хороший день был. Так, ну тут, конечно, нам ремок, блин, не хватает. Мне бы ремок сюда побольше. Вообще было бы отлично. Кстати, у меня... А что у меня здесь вообще делается с эмблемами? А ремки-то у нас нету, смотрите, воодушки. Все, что хочешь, есть, а ремок нету. Жестко. Реально, аккаунт, конечно, веселый. Так, ну без Фрея. Офигеть просто. Не, они угорают, походу. Так, ворожай, давай. Ого, нифига себе. Нас подбивают, ребятушки. Мы будем пробовать сопротивляться. 116-е. Пойдем через центр. Так, берем деф. Резать нам, по сути, некого, но я не буду рисковать. Так, идем опять через центр. Надо будет, кстати, пооткрывать, я думаю, суперпетов попробовать, как вариант. Так, ПБшка. Не, ну жестко огника встретить в первой пачке на бездонате, на мелкой силе. Это, конечно, что-то нереально угорает. Это жестко. Так, деф. Попробуем сюда и напасть. Это все-таки как-никак, это не адский режим. Там мы скитальца здесь фармим пока что. Имели бы совесть. Так, ну я думаю, этих мы тоже должны затащить. Махатма реально тащит. Ай-яй-яй, Анубиса слили, нифига себе. Слили Анубиса. Поставим мега имбут ритона. Так, вольт. Блин, с ангелами, ну, конечно, жестко. Ну, давайте нападем, попробуем. Но 4 ангела, они, походу, угорают. Ну, вот реально здесь, если присмотреться, очень круто отыгрывают суперпэты. То есть даже мелкие суперпэты, они очень решать будут у вас. Так, ну это жесткий какой-то тип. Асурик, ворожей, не, спасибо. Спасибо, не надо. Заберите обратно. Блин, Махатма красавица. Махатма плюс роза. Вообще огонь.
Так, убираем. А кого резнуло? Что за прикол? То ли я втыкаю, то ли реально не резнуло. Или кого-то у меня слили еще, а его резнуло какой-то бредняк. Так, ни Махатма нет. Нападаем на эту пачку. Ну, что я вам могу сказать? Более-менее ровненько пока. Берем деф. Ведьма, ведьма. Блин, суперпаты начались. Вот тут сейчас мы можем попасть в просак. Меня Роза тащит. Роза красавица. Стрелок. Блин, так можно один раз напороться жестко. Вот чем мне нравится Махатма, она убирает энергию очень хорошо. Если она на задней... на заднем фоне будет у вас стоять, в принципе, нормально. Так, вот этот я прикол уже помню с шапкой. Мы тут шапкой уже были только что раз зависли. Отлично, успели хотя бы. Нифига себе, минус 2 дали. Издеваются, короче, они. Так, ну второй этап прошли вроде. Пока успешно, поехали дальше. Ой, что-то я не посмотрел, так напал. И походу зря, куда я напал? Я офигею. Жестко. Это было жестко. Я что-то поспешил на волне. О, солнышко на улице. Зима вообще удалась. Такс. Че, пробуем? Пробуем еще разок. Я надеюсь, мы их добьем. Все-таки третий этаж, хотелось бы дальше пройти. Ну, бейте, бейте их. Красавчики. Красавчики просто. Огонь, смотрите, какие красавы. Тащат, тащат. Вот реально здесь тащат суперпэты. Хоть и не первого левела, но очень здесь помогают. Особенно вот львицы, которые не дают включиться. Это просто кайф. Но без проблем, как видите, мы в принципе фармим этот этап. Но это не точно. Не, все-таки это точно. Роза Махатма Варжей. Это оно. Это оно, ребятушки. Поехали. Так, о, жопа. Вот тут начинается жопа полная. Так, давайте тащи. Махатма, красавица, вообще. Пойдет. Так, давайте, нам надо пройти этот этап. Нам надо в пятницу уже фармить начинать. Посмотрите, что Роза делает. Ну, просто огонь. Хорошая Роза, блин. На бездонате реально кайф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Одна попытка, ребят. Впритык идем. Так, ну что? Не, вы угораете, что ли? Офигеть просто. Давай, давай, Розочка. Я в тебя верю. Изи. Просто изи. Роза Махатма. Красавица. Ну что? Как видите, можно без донатом первое, второе проходить. Главное иметь правильных, хороших героев. Дошли мы, в принципе, до адского режима. Это очень хорошо. Я надеюсь, мы скоро будем его фармить. Ну, конечно, нету Фреи. Надо Фрея, без Фрея это будет очень сложно, но мы это попробуем. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.